Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я приветствую вас на канале про цветов. Сегодня мы поговорим с вами об использовании шильника в качестве мульчирующего материала. Шильник является очень ценной мульчой для наших огородных и садовых растений. А сосна в то же время является весьма распространенной лесной культурой, которую можно найти в умеренной зоне практически повсеместно. Если нет сосны, можно найти, например, ель. Свойства шильника елового и соснового примерно одинаковые. Сосна является растением, которое выдерживает очень разные условия своего роста и развития. Сосну можно встретить на совершенно пустой, неплодородной песчаной почве. Сосну можно встретить на скалах. Сосну можно встретить на каких-то каменистых неудобицах. В этой связи бытует такое глупое, неправильное мнение, что сосна убивает растения вокруг, создает для них неблагоприятные условия для жизни и развития. Безусловно, сосна, как и любое живое существо, любой живой организм, формирует, изменяет окружающую среду в процессе своего роста и развития. Это характерно и для растений, это характерно и для животных, и для человека. Однако же, какого-то вредного влияния на растения, которые находятся вокруг, сосна не оказывает. В этой связи использование шильника ни в коем случае нельзя считать вредным для огородных растений, что он принесет какой-то вред. В то же время, при систематическом использовании шильника для мульчирования, можно слегка изменить физико-химические свойства почвы. В какую сторону? Во-первых, тяжелые почвы станут более легкими, они станут более аэрируемыми, там будут располагаться, будет находиться больше различных почвенных микроорганизмов, почвенных животных, и вообще почва активируется. В принципе, это характерно для любого мульчирования, но в том числе и мульчирования вот таким вот шильником. Второй фактор, который будет изменяться при систематическом использовании шильника, это, конечно же, изменение кислотности почвы. Дело в том, что шильник, как и опилки, например, древесные, содержит в своем составе значительное количество таких веществ, как лигнин и целлюлоза. Целлюлоза является углеводом, она является источником энергии для питания грибков, бактерий, различных микроорганизмов. В ходе утилизации вот этой целлюлозы, то есть использования ее в качестве источника энергии для микроорганизмов, происходит выработка кислот. Эти кислоты попадают в почву и начинают мобилизовать различные органические и неорганические вещества. Начинают растворять, например, ранее нерастворимый фосфат. Это существенная польза от шильника при закислении почвы. С другой стороны, повышенная кислотность может делать для растений недоступными многие ценные микроэлементы, да и макроэлементы тоже. В этой связи необходимо соблюсти баланс. На почвах, где имеется избыточная кислотность, при внесении шильника необходимо одновременно также добавлять и некоторое количество мела. Как правило, 200 грамм мела или извести или доломитовой муки на 1 квадратный метр мульчи из шильника средней высоты, ну скажем, вот как по длине пальца взрослого человека, является вполне достаточным количеством. Если количество шильника, которое вы вносите, в 2-3 раза меньше, то и количество мела, соответственно, может быть уменьшено вплоть до столовой ложки, которая легко распределится по поверхности вашей мульчи. Еще одним важным фактором, который шильник оказывает на почву, это обеднение верхнего слоя почвы азотом. Дело в том, что бурное развитие микрофлоры, особенно при внесении нейтрализующих компонентов, таких как мел, или извести, или доломитовая мука, или печная зола, вызывает активное развитие микрофлоры. Микрофлора для своего развития требует значительное количество азота. В этой связи этот азот начинает поглощаться из почвы. Для того, чтобы ваши растения, особенно многолетние посадки, та же земляника садовая, или смородина, кустарники, или еще что-то вы мульчируете этим шильником,
малина, чтобы они не страдали от недостатка азота, весной обязательно необходимо вносить дозы азотных удобрений. Это может быть селитра, это может быть мочевина, это могут быть органические источники азота, но их носить необходимо постоянно, если вы используете опилки или шильник в качестве мульчи. Та же самая история происходит, когда вы делаете компост из шильника или из опилок. Вам необходимо их обязательно обогащать азотом, а также обязательно обогащать и известковыми материалами для снижения кислотности, для создания благоприятных условий для жизнедеятельности микроорганизмов, которые компостируют эти субстраты. Ну, не стоит забывать, если вы делаете компост из опилок, например, то есть родственное вещество, такая субстанция, вернее, шильнику, что для успешного компостирования вы также должны обогащать эту смесь опилок с мелом из источника азота и фосфорными удобрениями. Те микроорганизмы, которые отвечают за компостирование, очень зависимы от количества доступного фосфора. В этой связи внесение азотных удобрений и фосфорных будет хорошим подспорьем и ускорителем компостирования подобного рода материалов. Шильник создает хорошую среду для растений при условии вот этом внесения обогащения почвы и нейтрализации излишней кислотности, а также создает хорошую подушку для удержания влаги, для снижения ветряной и водной эрозии почвы, для роста сорных растений. Кроме того, он создает хорошую прослойку между почвой и плодами, ну, например, той же земляники или томатов. В этой связи минимизируется контаминация, то есть загрязнение, заражение плодов или стеблей, листьев, чего угодно, различными патогенами, которые живут и сохраняются в почве. Таким образом, шильник является прекрасной мульчой, как и опилки для растений, но при соблюдении определенных условий, о которых я уже сказал. Ну и в конце я хочу добавить очень важную вещь. Просто пойти в лес, набрать там шильник или мох, или какую-то еще подстилку лесную, вот просто так этого делать нельзя. В каждой стране существуют для этого свои правила. И эти правила созданы не для того, чтобы портить нервы дачникам и огородникам, а для того, чтобы гармонично пользоваться вот природными ресурсами и лесными богатствами. Откройте лесной кодекс любой, там очень четко прописано, на каких участках и когда можно собирать шильник и можно заготавливать лесную подстилку. В противном случае, даже если вы не попадетесь лесному инспектору и он вас не оштрафует, вы просто нанесете очень большой урон лесу. Почему? Потому что и шильник, или любая другая лесная подстилка является местом обитания многочисленных лесных животных, которые формируют лес как среду обитания, которые совершенно необходимы для нормального существования леса. Подстилку можно заготавливать только на тех участках, которые предназначены для рубок. В этой связи, если вы хотите по-настоящему дружественно природе заготовить этот шильник, уточните в местном лесходе, в местной лесной службе, на каком участке, где можно набрать этот шильник, ведь он очень важен не только для огорода, но и для природы. Любой, кто назовет вот этот шильник, вот этот материал мусором, я его самого назову мусором, понимаете, и ту информацию, которую он выдает, я тоже назову мусором, потому что он ничего не понимает ни в экологии, ни в окружающей среде, ни в биологии, и уж тем более ничего не понимает в огородных делах. Будьте бережны не только к своим огородам, к своему здоровью, но и к окружающей вас природе. Тогда мы будем жить все в гармонии и в хорошем настроении, и никакие неприятности не будут подстерегать нас при заготовке вот такого ценного для нас материала. На этом я прощаюсь с вами и желаю вам всего хорошего.